Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам свой заказ из интернет-сервиса www.apteka.ru. На сайте apteka.ru можно заказывать различные медикаменты, лекарства и также косметические продукты и многие другие товары. Это мой первый заказ из аптека.ру, поэтому предлагаю вам вместе со мной открыть эту коробку с заказом и посмотреть, как же мне все пришло. Лекарств, скажу сразу, здесь не будет. В основном это все косметические товары и товары по уходу за волосами. Приятного просмотра, давайте приступим. Заказывала я этот заказ непосредственно в аптеку, в свой поселок, где я проживаю, да, в Ленинградскую область. Живу я не так далеко от Питера, 12 километров, поэтому, в общем, заказ пришел быстро, буквально на третий день после заказа. Доставка бесплатная, там огромное количество вариантов было аптеки города. Я могла и в Питер заказать, но мне было удобнее получить рядом с домом. Вот, я заказала в аптечный киоск в Пятерочку и пошла там, получила, еще и расплачивалась, когда на кассе меня попросили предоставить карту Пятерочка, я им предоставила, мне еще по этой карте скидку сделали. Ну, в общем, вообще супер. Итак, давайте скорее смотреть, что же мне пришло. Во-первых, наконец-то, девочки и мальчики, в общем, все, наконец-то я нашла масло Бэй. Раньше масло Бэй я знала, что продается у Спивак, но ради одного масла делать заказ у Спивак мне как бы, ну, накладно, поэтому очень рада. Стоимость 200 с чем-то рублей, по-моему, вот этой вот эфирки, 5 миллилитров. Чем же замечательно это масло? Это масло способствует активации роста волос, укреплению структуры и предотвращению их выпадения. Эфирное масло Бэй, как компонент базового косметического средства по уходу за увядающей кожей лица, тонизирует и освежает кожу, способствует устранению преждевременного ее старения. Ну, в общем, буду добавлять свои маски, бальзамы, шампуни. В общем, буду бороться с выпадением. Потому что проблема, на самом деле, у меня очень серьезная. Волосы выпадают. И, в общем, не знаю, что с этим делать. Поэтому читаю форумы. И кто что пишет, и у многих такая проблема. В основном это все связано, у кого-то из девочек, да, это связано с беременностью, после беременности выпадают очень сильно волосы. Вот, у кого-то это связано с гормональными нарушениями, а у кого-то со стрессом. Скорее всего, что, да, у меня на фоне стресса волосы выпадают. Выпадают они у меня уже давно, уже 2 года, поэтому, в общем, я уже бью тревогу и пытаюсь их лечить всем, чем только можно. Вот, итак, давайте дальше. Что мы здесь видим? От бренда 911+, ваша служба спасения, заказала я вот такой вот гель-бальзам для тела с хондроитином. Он содержит хондроитин, глюкозамин, масло эвкалипта, ментол, витамины В1 и В6. Очень классно. Я тоже на все вот то, что вы сейчас увидите, я уже промониторила и iRecommend, и форумы, и все. И вот это для себя я все набрала. Еще у меня подруга живет в Латвии. У них в аптеках продается, в государственных аптеках продается вот эта марка. Она мне предлагала прислать, но пересылка из Латвии в Питер очень дорогая. Поэтому я счастлива, что я нашла вот это вот. У нас в Питере в обычных аптеках, вот Озерки, там еще какая-то, там Здравгораптека или еще что-то, Радуга, такого нет, видимо, потому что эти средства, они очень дешевые, но они очень качественные. Видите, они идут в Европу на экспорт даже, да, они проходят же контроль качества. Вот, и они очень эффективные, много положительных и довольных отзывов. Вот, и, в общем, купила я аж 2 вот такие пачки
К сожалению, вы знаете, я не вижу здесь в этом заказе накладной, поэтому цены я вам не смогу называть, но я думаю, что вы без труда сами справитесь. Я постараюсь ссылки оставить на все в описании, но если не найду, оставлю ссылку на сайт и просто забивайте 911, например, гель-бальзам с хондроитином, и вам выдаст. Вот. В общем, к чему я? У нас не достать днем с огнем. Очень недорогие вот эти все средства. Буквально вот 911 по 100 с чем-то рублей. 170, 130, 120. Вот, но они очень-очень эффективные. Поэтому я заказала вот такие вот бальзамы. Так, они у нас... Так, что тут написано? Как же вам объяснить? Ну, в общем, у кого имеются проблемы с позвоночником, с суставами, да, какие-то мышечные боли, растяжения после занятий там в зале, еще что-то. В общем, вот. Гель-бальзам. И там туба. Вот. Вот такой огромный пузырь, 100 миллилитров. Заказала один себе и один родителям. Поехали дальше. Что еще от 911? Заказала я шампунь луковый от выпадения волос и облысения с репейным маслом. Содержит растительные стимуляторы роста, нормализует обменные процессы, укрепляет волосяные луковицы. 150 миллилитров. Тоже 160 примерно там рублей с копейками плюс-минус. Вот такая бутылочка. Буду пробовать. Обо всем буду писать в Инстаграм. Ссылка на мой Инстаграм, как всегда, есть под моими видео внизу. Переходите, подписывайтесь на мой Инстаграм. Буду рада видеть вас в числе своих подписчиков. Буду рада нашему общению. И вы всегда будете в курсе моих публикаций и в курсе моих новостей. Вот, вот такой луковый шампунь. Буду с удовольствием пробовать. Так, давайте сейчас вам скажу по аромату. Я думаю, что многих это заинтересует момент. Вы знаете, пахнет очень приятно. Он прозрачный. Видно, что он не кремовый, а гелевый. Но буду использовать его с маской или с бальзамом. 150 миллилитров. Очень хорошие отзывы. Пишут, что прям от облысения очень помогает. Следующее, это тоже луковый шампунь от выпадения волос, облысения, только с красным перцем. Ну, все мы знаем, да, что красный перец, он стимулирует рост волосяных луковиц, укрепляет, благоприятно действует на фолликулы волосяных луковиц. В общем, вот такой вот шампунчик. Тоже 150 миллилитров. И с луком, и с перцем. Тоже 911. Так, следующее от 911 у меня вот такой вот. Здесь не очень красиво, конечно. Ну, прикроем вот так. Ноктимицин крем. Это меня попросили заказать. 911, это, ну, в общем, кто хочет красиво иметь ногти, в основном на ногах, да, у кого возрастные ногти, и также кого очень волнует проблема грибка ногтей. Вот, многие борются, пользуются и лацерилом, и так далее, ничего не помогает. Это я вам сейчас информацию доношу, опять же, из отзывов с форумов, да, об этом средстве. Люди писали, что, применяя данный крем, через некоторое время старый больной некрасивый ноготь отходит сам по себе, вот, и растет уже новый здоровый красивый. Там есть инструкция вкладыш. Так. Вот, хорошо распарить поврежденные ногтевые пластины в теплом растворе мыла соды. Дальше следует
надежно закрепить пластырь на сухой коже вокруг ногтя, избегать попадания на здоровую ткань, нанести плотный слой ногтемицина на поврежденный ноготь, плотно заклеить пластырем сверху. Такая повязка должна находиться на ноге не менее 3-4 дней. Странно, интересно, как ноги мыть? Ну, обмывать, если только. После снятия повязки ноги требуется вновь распарить, а верхний слой с отслоившимися роговыми частичками осторожно убрать продезинфицированными маникюрными ножницами. Вот, для полного восстановления ногтя описанную процедуру желательно повторить несколько раз до полного снятия пораженного ногтя. Очень интересно. Ну, в общем, пишут, что безболезненно и очень помогает людям. Ну вот, так что, в общем, отдам. Отдам, кому надо. Следующее. Заказала я тоже от того же производителя, который производит 911. Это до и после лосьон для проблемной кожи антиакне с цитратом серебра. У меня сейчас имеются небольшие воспалительные элементы на лице. Вот, поэтому я решила заказать вот такой лосьон. Тоже почитала отзывы, очень хвалят. Да? Успокаивает кожу, снимает покраснение. Здесь очень хороший состав. Я читала, там и ромашка, и вот арника, календула. Ну, в общем, хороший состав, травяной. Так. Пахнет приятно как, вообще супер просто. Вкусно. Цветочный такой вкусный запах. Вот такой лосьон. Радикальное средство для борьбы с угревой сыпью. Так что, если вас беспокоят такие проблемы, не только во время ПМС, а вообще, то присмотритесь. Он недорогой, тоже 200 с чем-то рублей, и он 200 мл, большой. Следующее. Очень наслышано вот об этом средстве. Это шампунь цульсеновый против перхоти дерматологический от Мирола. 150 мл, в аптеках он стоит дороже. Поставлю, почитайте, для чего он нужен. Вот у мужа периодически бывает перхоть, особенно сейчас, знаете, после зимы, после шапок, и у меня бывает иногда. Ну, в общем, как варианты для профилактики можно, и если у вас прямо беда-беда, вы боретесь много лет с перхотью, вот это средство вам точно поможет. 150 мл в аптеках в два раза дороже, по 400 рублей примерно. Здесь же на аптека.ру около 200. Вот, присмотритесь. В общем, хорошее средство. И также вот от Мирола там есть сульсеновая паста. Тоже люди втирают в это, в корни, на кожу головы. Вот особенно у кого сиборейный дерматит и так далее. В общем, почитайте, посмотрите на сайте. Следующее. Заказала я аевит, витамин А и витамин Е. Это биологически активная добавка к пище. Вот такие вот маслянистые горошинки, да, 20 здесь мягких желатиновых капсул буду добавлять в маски для волос и в маски для лица. Это очень полезно, витамины А и Е очень полезны для нашей кожи. Можно употреблять внутрь, но только с разрешения или по рекомендации врача. Самолечением не занимайтесь, просто так не глотайте, имеются противопоказания. Следующее, что я заказала, очень-очень давно хотела, это скраб для тела, лимфодренажный скраб для тела от марки «Лошадиная сила». Я очень уважаю эту марку, у них хорошие и шампуни, и маски для волос. Я обожаю крем для рук «Буренка» от торговой марки «Лошадиная сила», очень классный, уже не одну банку измазала. Вот, и также очень люблю их гели для суставов и для тела. Вот. И не так давно у них появилась вот такая новиночка, это скраб. Он очень классный, купила его в основном из-за того, что у него в составе эфирные масла, мята и апельсина. Да, очень хорошее антицеллюлитное средство, эфирное масло, мята и апельсина. В общем, и пишут, что очень хорошо холодит.
Я очень давно ищу скраб, который бы мне охлаждал кожу. Вот, ну, собственно, я его нашла. Здесь есть инструкция. Лошадиная сила, выбор звезд. Потому что действительно многие звезды пользуются продукцией лошадиная сила. Но я сама пользуюсь уже не один год, мне очень нравится. Вот, собственно, продукция стала сейчас не дешевая, но она и была не дешевая. Вот такое, знаете, как фисташковое мороженое. Аромат такой аптечный, я бы сказала. Очень сильный аромат ментола. Видите, такой густой скраб. К лету будет просто бомба. Я буду так кайфовать. Вы не представляете. Будет меня в душе этот скрабик охлаждать. И последнее, что я заказала. Вот, видите, здесь крышка раскручена. Но можно и закрутить. Хорошо, что там есть... Здесь есть вот такие вот штучки защитные. Заказала я вот такую вот маску от лошадиной силы. Это ультраукрепляющая маска против выпадения волос. Предотвращает выпадение и стимулирует рост новых. С вытяжкой из гибискуса и сирицином. Также здесь в составе этой маски содержится экстракт красного перца. Вот. Для профессионального использования. Изготовлена в Италии. Да, то есть это не там в раке, это на самом деле производится в Италии, здесь даже есть штрих-код для салонного использования, возвращает блеск и объем, возвращает утраченную силу и энергию и восстанавливает структуру. Гибискус обладает одними из самых эффективных свойств восстановления волос среди всех известных растений. Великолепно ускоряет рост волос даже спящих волосяных луковиц. Вот. Формула маски усилена инновационным компонентом сирицин, который отвечает за восстановление внутренней структуры волос и разглаживает кутикулу. Волосы приобретают гладкость, эластичность и зеркальный блеск. В общем, крутанская должна быть маска. Вот такая вот огромная она. Она большая, здесь литр. Вот. И стоимость ее примерно 600 рублей. Я когда ее заказывала, она была со скидкой, она мне обошлась в 400 с копейками. Вот, видите, вот такая вот здесь пленка, ну вот белая, такая кремовая, средней густоты масочка. Я ее буду обязательно в ближайшее время пробовать вместе с луковыми шампунями и буду писать отзывы в Инстаграм. Так что обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, если еще не подписаны. Чтобы быть в курсе. Все расскажу обязательно. Как и что. Вот. Но волосы с ней действительно выглядят очень-очень классно. Вот такие были у меня покупки. В целом, видите, я осталась довольна заказом. Все пришло быстро и ничего не пострадало. Вот. Цены меня тоже очень порадовали. Действительно, смогла очень хорошо сэкономить. Вот, ну, на маске только на этой где-то 150 рублей я сэкономила с аптека.ру. Вот, плюс еще при оплате картой можно кэшбэк получить. Вот, на этом все, мои дорогие. Пишите, что вы из этого уже пробовали, с какими марками вы знакомы. Вот, мне будет очень интересно почитать. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы не пропустить выпуск моих новых видеообзоров. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А также рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. Мне будет очень приятно. Желаю всем удачных покупок. Солнечного настроения, хорошей погоды, будьте здоровыми, красивыми. Всех люблю, до новых встреч, пока-пока.